Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости моего канала. Приобрела я сегодня себе на оценке вот такой прекрасный дендробиум насыщенного темно-бордового цвета, практически черный. Жаль, камера не передает, конечно, всей глубины цвета. Цвет похож, весь цветочек цвета практически вот такого, как внутри губки, темно-темно, практически черный. Это дендробиум Sanook Thailand Black. Я давно себе хотела какую-то красную орхидею, и этот дендробиум меня пленил своим цветом. Но не только цветом, а еще и запахом. Он пахнет, у него нежный-нежный запах, отдаленно напоминающий сирень и ландыш, что-то среднее между ними. Не среднее, а общее между ними. И сирень, и ландыш как-то одновременно. Такой приятный запах у него. На солнышке более ярко выраженный. А ну, когда солнышко на него не светит, то такой обычный нежный запах. Я там перенюхала все дендробиумы этого сорта. Но пах только именно темно-темно-красный, а остальные дендробиумы, я вставлю видео, какого цвета еще были дендробиумы, они были без запаха. Он меня вообще сразил сразу. Дендробиум вообще происходит от двух латинских слов «дендрос» — дерево, и биос — жизнь. Так что это дерево жизни. В Таиланде, кстати, очень почитают дендробиумы. Они даже используют их в религиозных целях. Такое прекрасное растение. Сорта Sanook. Вот, покажу этикеточку. Sanook. Они производятся в Нидерландах. Но сам сорт был выведен в Таиланде, таиландской компанией. Они были специально отобраны и разработаны. В них были улучшены сила роста, возможность цветения и адаптированы под европейский климат, чтобы можно было выращивать их в Европе. Минимальный период цветения таких растений от 6 до 8 недель, но есть сорта, которые цветут 12 и более недель. Вот, поближе покажу. Еще вот такой у нас имеется цветоносик. Еще будет цвести. Довольно хороший кустик. Есть немного, конечно, желтые листики. Дендробиум у меня первый в коллекции. Буду стараться его выращивать, поддерживать. Я его взяла, потому как вижу, еще есть новые росты. Тут. Вот тут еще растет тоже. Буду сейчас его пересаживать, потому как заметила малюсеньких-малюсеньких улиток. Такие малыши лазят по поверхности грунта. Не знаю, камера их, наверное, не схватит. И не захватывает. Такие маленькие-маленькие улиточки. Прям с домиками. Не слизненькие такие. Обычные улиточки. Но нужно пересадить, обработать, потому как улиточки нам точно не нужны в коллекции. Вот такой красавчик. Прекрасный. Еще будет цвести, я же говорю. Одна вот стрелочка. И еще здесь в новом росте. Вот тут, ну тут, наверное, будет плохо видно. Вот тут я увидела, что тоже там еще тоже есть. Будет уже выглядывать стрелочка. Тоже еще одна. Вот, прекрасный, замечательный экземпляр. Я очень рада новой покупке. Буду сейчас пересаживать его. И буду стараться сохранить этот сорт у себя. И мне так интересно, как он будет развиваться дальше, потому как мне их еще никогда не было. Дендробиумов еще ни разу себе не заводила такие сорта. И мне понравился компактный кустик. Компактный такой, невысокий,
не раскидистый и красиво, кстати, выглядит. Такие насыщенного зеленого цвета листики. Желтые я уберу листики, конечно. В магазине что-то их, наверное, пересушили, как всегда. Или перелили. Тут только два варианта. С супермаркетами только два варианта. Вот так. На такой красивой ноте. Говорю вам всем спасибо за внимание. До новых встреч. До свидания.